Буэнос-диас, перцы. Ядерный рассвет снова заряет ваш экран, а это значит, что мы продолжаем катать в NPS Most Wanted. Садитесь поудобнее, берите хавчик и делайте громче. Будет жарко. Поехали. Итак, напомню, что у нас было в прошлой серии. А в прошлой серии мы... выбили... вот такое вот ведро, не постесняюсь сказать. Короче, это то еще ведро, поэтому ему сразу светит одна дорога в секонд-хенд. Поэтому поехали разбивать для начала. Супра у нас тоже гиковская стоит. RX-8 я, по-моему, не получил, насколько помню. Хотя я мог и забыть, потому что снимал я эту серию достаточно давно. А кузов-то у него пиздатый. Так, спойлера... тоже мимо. Блин, по мне так во втором андеграунде стайлинг был сильно пизде. Так, а что если попробую с перформансом поиграться? Должна же у него стоять где-то козырная запчасть. Спорт. Спорт. Мне просто хочется посмотреть, что будет, если скинуть назад. У него здесь профи. Хотя мне экстра открылась. Профи. Тормоза. Блин, нельзя скинуть. Турбина. Не, хуйня. Отделочка. Тоже хуита. Короче, распад каков. Сейчас в любом случае продаем этот эклипс. Получаем еще 15 тонн сверху. Едем в автосалон и уже... пообщательно смотрим. Суприч? Не, стоп. Давайте, чтобы было где развернуться, возьмем еще и суприч. Продадим. Да, супра это то еще ведро на самом деле. Еще 20 тонн сверху. В принципе, с 96 тысячами можно ехать. Коп мы, наверное, также будем драконить на эклипсе. Тикет я не хочу сейчас бомбить. Надо еще потом будет посмотреть, что он там нам предлагает по рейтингу и по рейшкам. Так, что нам тут привезли? Так, Merinos L500. Развалюша. Мустанг. В принципе, тут и думать, по сути-то, нехуй. Надо брать развалюша. Его хватит вплоть до камикадзе. Джулс на нем надирать вообще одно удовольствие. Вспоминаю я прошлые прохождения. Воет, конечно, как электропила. Блять, в белом колере он охуень. Блять, машинально жму на азот. В белом, сука, колере он просто пизденитель. Так, тунинг. Так.
типа профи на него идет с завода, что ли. Так, наличность 60 тысяч. Пятьдесят одна. Хуяк, и денег нету. Давайте посмотрим, что по обвесам на него. Уебищный. Уебанский. Блять, ну в принципе неплохой, но жаба душит. Вот этот охуенно смотрится, потому что это уже полноценный вайтбоди. Ну блять, передний бампер спорный. Это как у Эрла. Честно, хуета ищу. Да. Поэтому останется он у нас без обвеза. Без обвеза. Обвеза, блядь. Обвеза. 5 затыр, и тачки не идут. Нужны суперсиксы. Ну и покрасочка. Ну чё? Да нихуя. Дрифтец. Картина дрифтецо. Так. А давайте-ка посмотрим, что у нас там. Рейтинг мы уже сделали, по сути. Нам только набить пари. Гонки. Так, 4 пари. Дайте посмотрю, что там. С мусорами. 4 за одну гонку, как нехуй делать. Может даже на фототикеты не тратиться по времени. В общем, давайте завезем щенку сразу же. Единственное, что я самовар поменяю. Посмотрю хоть. Да. Да, Эклис будет хуже ускоряться, но чуть получше управляться. Так. Опять менты. Да, господа, опять менты. Жук, статус погони 2. 5 минут. Так, сколько заградов надо обойти? Так. Четыре заграда. 30 тонн ущерба. 5 минут. 10 тонн рейтинга. Поехали, короче. Хули сиськи мять. Внимание, погоне присвоен статус 2. Мне больше интересно, будет ли у меня накапливаться четвертый статус. Привет, там. Не отставай, гандон. В принципе, все как-нибудь само образуется, если честно. Я постараюсь перехватить его впереди и остановить. Внимание всем постам. Все свободные машины в мой квадрат. Объект меня толкнул. Вот это как раз тот случай, когда надо ехать как полное рачило. Надо притормозить, надеюсь, он перестанет психовать. Не, ребят, психовать я не перестану до тех пор, пока не выполню все пари. Вспоминается, когда мы делали 30 минут коп-челлендж. У нас было 46 заградов за 30 минут. По-прежнему преследую водителя. Код 3. Кажется, это надолго. Так, минута 30 из 5 у меня есть. Так, началась шестая фаза. Yeah, I'm gonna have to...
Вызов принят, присоединяюсь. Так, один ушел гулять. Странно, лично охота. 33. Высылайте все резервы. Код 3. Срочно. Чпокил в Токио. Не могу сократить расстояние. Продолжаю преследовать, но он уходит. Где там чпоки токийские, блин? Код 6 потерпел крушение. Я произвожу арест. Ой, ты производишь свой. Мой арест. Все в норме. Столкнулся с машиной преследуемого. Без жертв. Бэу. Остановитесь, и мы зачтем это за добровольную сдачу. Да хуй соси. Бил, бью и буду бить. Есть одно. Так, теперь что дальше? Крис может даже забить хуй на одну. А, 10 000. Я уже думал забить хуй на паре с рейтингом. В принципе, можно будет забить хуй на заграды. Сделать один тикет, и пошло все-таки в рейтинг у нас уже набит. Подкрепление уже выехало. Понятно, что у них уже начинает подгорать. Потому что это 8-я фаза статуса 2. Не могу засечь его, отбой. Нет, снова вижу, все окей. Применяем 10-65. Бэм. Так, 9-я фаза. Сейчас будет статус 3. Вот наконец, во-первых, сделаем заграду по-быстрому, а во-вторых, узнаем. Что и как насчет этого, как его, блядь, статус 4. Он хотел спаснуть меня в дороге, не вышло. Ну уже. Блядь, заграду все еще ноль. Еще ни одного заграда не видел, хотя я уже кругаля, блядь, дал. Он не мог уйти далеко. Организуйте прочесывание квадрата патрульными. Моя остановочка. Последний раз объект двигался на юг. Диспетчер, вижу нарушителя. Пытается уйти. 10-33, 10-33. Я без прикрытия, прием. Практически ровно 4 минуты прикрытие на круг. Прикрытие будет через несколько минут. Скорость хорошая. Почему бы нет? Привет, сейчас посмотрим, набивается ли мне статус 4. А что, если статус 4, можно будет спокойно замахиваться на часовой челлендж на 4-м угаре. Будет очень холодно, очень жарко. Ну, блять, оно того будет стоить. Может, потом даже будет замарафонить. Погоня присвоен статус 3. Не, не идет. О, первый заград. Быстрого. Чпок. 10-42. Приступаю к задержанию. В принципе, можно съебывать. На самом-то деле. Да пошел ты нахуй! О, заграды посыпались. До стадиона пользуюсь. Срочно вызывайте врачей. У нас человеческие жертвы. Вот он, вижу. Подключаюсь к преследованию. Не люблю заправки, но что поделать. Бум. Черт, он врезался в
в бензоколонку. Ехал на бензозаправку, мы поджидаем его. До стадиона, так до стадиона, забили. Да соси ты писюн. Осел, блядь. Объект пытается вырубить меня на башню. Так, третий заград. Ну, хер с ним, с этим парень. Я и так 40 тысяч рейта сверху набил. А вот это уже херня. Орков 12 штук на хвосте. Бац, в телевизор. О, четвертый заград. Как вовремя. Браво 2-9. Доложите текущую ситуацию. Все как и было, и это надолго. Здорово, КП. Заехал на стадион. Направляется к другому выходу. Ждите. Код 6 потерпел аварию. Начинаю задержание. Освободите место. Иду на таран. Кто-нибудь, толкните его. Он развернулся. Едем обратно. Бля, даже стадион не спас такого количества огров. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины. Срочно. Принято. Сера 19. Есть свободная машина. Направляю к вам. Контакт с преследуемым подтверждаю. Ух, было подно. Скрою. Ставьте оцепление, он ушел. Внимание, прикрытие. По последним данным, код 6 ехал на восток. Мимо Heritage Heights. Выставляем оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Ждите подробностей. 2-4, к востоку от района. Никаких следов. Ух! Ух! Кто красавчик? Я красава. Девятьсот семь тысяч. Что нам по гонкам предлагают? Да нихуя интересного нам не предлагают. Но об этом уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх и до скорого.